Смотрите, пивонь обдолбился кокса. Не знаю, что такое кокс, но это такой какой-то белый порошок. Он пытается вытереть морду. Сейчас я попробую приблизить. Это просто кошмар какой-то. О, глаза стали нормального цвета. Опять ненормального. Что же ты вытворяешь, а? Ну, кушали, да. Ну, такое было. Но оно желтое, не белое. У всех нормальные лица. И только у этого в белом порошке. Подозрительный тип. Да? Еще и глаза светятся. Терминатор. Блин. Вот так вот мы едим. Это смесь номер два, как я ее назвал. Там было видео на моем канале. И, в общем, вот он опять подошел сюда. Осталось много. Да, раньше так не оставалось. Только казуары пиво не ест. Ну, казуар что-то она не любит, когда толпа. Но любит покушать. Вот такие вот у нас смешные истории бывают. Арсений Селезнев зверобой. Пиво не... Кокса. С коксом, да? Дружит. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.